Питере самый ужасный склад. Уткина гавань. Это пятерочная. Причем склады вроде как пятерочки, но тут охрана у них вообще какая-то левая и безумная совершенно. Вот здесь якобы стоять вообще нельзя. Всю ночь сегодня меня выгружали. Ну что, у меня время уже истекло уже давно. Я спать лег, здесь встал вот. Сейчас вот 7:26, какие-то слышу, дуду долбят мне в дверь. Смотрю, внизу стоит машина ГБР, группа быстрого реагирования. Что-то продолбили и дальше поехали, типа уезжай. Чего уезжай, знаков нету никаких запрещающих, я никому не мешаю. Чего уезжай-то? Мне придется паузу сорвать. Блять, это странные вообще, это такие российские реалии, странные, ничего не понимаю. Здесь такая промзона причем. Промка. Никаких домов рядом нет, ничего нет. Стой себе, да стой. Нет же. Вот охране заняться нечем, да, людям. Вот давайте людей будить и все, их прогонять отсюда. Ну уроды что.